Свое кино. В республике состоится третий Всечувашский фестиваль «Асам». Его организаторы – Министерство культуры, Союз кинематографистов республики и Чувашский национальный конгресс. Как и на любом киноконкурсе, здесь есть своя награда – статуэтка с чувашским орнаментом, которая символизирует связь неба и земли. За «Асам» поборется 18 фильмов, 9 документальных, 7 игровых и 2 мультипликационных. Кроме этих картин, зритель увидит и внеконкурсные ленты. Фестиваль откроется 13 ноября фильмом Марата Никитина «Фуга» в Театре юного зрителя имени Сеспеля. Другими площадками для показа станут Национальная библиотека и киностудия «Чувашкино». Особенность нынешнего кинофестиваля – заключается в том, что мы впервые проводим конкурс, показ, выставку киноплакатов. Кроме этого, мы там сделаем выставку киноафиш. Там будут киноафиши 20-х годов, а также фильмов наших кинематографистов, выпущенных в последние годы. Авторы лучших работ также получат награды. Кинофорум продлится до 17 ноября. С программой кинофестиваля можно ознакомиться на сайте Минкультуры Республики.